Привет, ребятки, гости и подписчики. Ну, скорее всего, только подписчики увидят это видео. Значит, сегодня я сделал даже не обзор на фильм «Пираты... Остров головорезов», простите. Фильм про пиратов. Старенький фильм 95-го года. И все было нормально, прошла обработка, все. И после того, как один человек посмотрел, поставил лайк, мне приходит на почту сообщение. Видео такое-то, пираты... пираты. Что-то у меня в голову вошли пираты Карибского моря. Теперь вот что-то вот... Ну ладно. Видео заблокировано. Я не понял, я захожу на свой канал, смотрю это видео, и да, там отметочка «Видео заблокировано во всех странах». Оказывается, там был промежуток один, где была вставлена оригинальная дорожка фильма. Хотя странно, потому что там было несколько моментов, где оригинальная дорожка вставлялась. Ну ладно. Ладно, два момента. И вот на втором моменте там 55 секунд. Они выбрали это время и заблокировали. Мол, это нарушает авторские права, правообладателей, кинокомпании и так далее, и так далее. Я, конечно, подал сейчас апелляцию, где указал, что данное видео не содержит, во-первых, коммерческого ничего, то есть я не пытаюсь заработать на нем, а во-вторых, данное видео находится в свободном доступе в интернете, что я указал. Рассмотрение будет 30 дней, поэтому я не знаю. Если через 30 дней видео не разблокируют, что я, кстати, думаю, что так и будет, что его не разблокируют, я его размещу у себя в группе ВКонтакте. Ну, постараюсь, по крайней мере. А там кто его знает? Может, и там его заблокируют. Я, конечно, не сильно расстраиваюсь. Хотя нет, я сильно расстраиваюсь, ребят. Потому что был бы у меня канал «Миллионник», я уверен бы, этого бы не случилось. А если бы у меня канал «Миллионник», да еще подписан на гугловскую эту партнерку, YouTube бы наоборот сказал: «О, молодец, вот сейчас рекламу срубим с него». Ну, у меня же маленький канал. Ладно, ребятки. Вот такая вот новость. Вот такая вот засада. Ну, ладно. Давайте, удачи вам, ребят. И завтра буду делать еще одно видео. Надеюсь, хоть его не заблокируют, потому что там тоже будут ставки кое-какие. Ой, YouTube, YouTube. Ладно, удачи, пока. Кстати, к этому видео лайки не обязательно ставить.